Тут на меня обижаются, что я обзор только одной машины снял. Вот обзор первый, легендарный, самой первой машины. Почувствуй себя. В целом, что изменилось? Значит, она теперь расклеена в такую расклейку. Выглядит снаружи достаточно аккуратно. В салоне у нас появились современные едаш, линк, проводочка. Все дела. ПДМ. Ты мне не фото. Все. Ну, всех жирах теперь. Перерождение бабки. Итак, господа, чему мог научить человек, занявший второе место? Конечно же, занимать второе место. Итак, Кирилл Мацкевич занял второе место на первом этапе РДС Европы. Грустно, печально машина подвела, но он молодец, старался и работал как тигр.